Вот чудо какое. Первый раз вижу, комбайн ремонтируется без людей. Вот эта техника достигли же такого уровня. Вот первый раз вижу, что комбайн ремонтирует, а человека нету. Рядом. Два раза вокруг обошел, никого нету. А внутри там. Стучит, гремит. О! Рядом. Вон где. Рядом. Первый раз такое чудо вижу. Комбайн ремонтирует, обошел два раза, людей нет нигде. А они там партизанят, как в окопе. О! Ты, брат Игорь, ничего не продаешь? Нет. Нет? Рано еще. Мне нужно такое сверло, как у тебя. Вот такое не продашь? Большое сверло, которым землю сверлят. Нет. Каждый раз к тебе ходить просто неудобно уже. Нет. Пусть уж ты ко мне ходить будешь. Ну давайте, можно и так. Мне... Ну подумай. Вам надо больше, чем мне. Вот мы в прошлый раз брали, знаешь, как быстро, 25 или 35 просверлили. Роман у себя под домом, гляжу, сверлит, там отставил, длиннее намного сделал, чуть не на метр. Ну ты имей в виду, если продавать будешь, мы первые. Хорошо. Ну ладно. Оказывается, есть люди, я думал, нету. Вот так. Это Потеряевка. Сегодня 24 августа 2017 года. Четверг. Я на усадьбе Игоря Барабаша. Вот здесь. Его усадьба. Мальва. Прекрасная мальва. С нуля начал. Дети работают. Жена работает. Я его иначе не называю, как кормилец наш. Горох, ячмень, овес, пшеница, еще только нет у него, гречка, около 300 гектар всего пока. Взял бы, но уже все расхватали. А вот Женя Долгов рядом, у него 7600 гектар. Видите, работает без колхозов, без пузатой сволочи, как пишет Солженицын о председателях колхозов. Вот. А это пошли на занятия с собачками. Сергей Пупков, кинолог профессиональный. Не просто профессиональный, а супер. Вот ураган у него, он когда с одним занимался, чемпион России. Верный там чемпион края где-то уже. Вторая собачка. Ну, это у меня руки трясутся. А это с этой, которая мою кошку изнахратила, изуродовала, хаски. Кошка медленно умирает. Раны заново открываются, ноги не работают, кишечник нет, видимо, все перекушено. И по-прежнему ластится. Не знаю, что делать с ней. Жалко. А ничего, она как кошка не нужна.